Награда за золотые руки. Сегодня состоялась церемония награждения участников областного конкурса молодых авторов изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Just Talking 2018». Свои работы представили начинающие художники, скульпторы и прикладники. Сабина Истлеева всегда с любопытством и любовью в глазах смотрела на картины. Искусство в ее жизни присутствовало еще с ранних лет, ведь ее дядя был профессиональным художником. Вдохновившись его работами, девочка сама стала рисовать. Сейчас она одна из участниц конкурса «Just Talking». На эту работу я потратила несколько месяцев. Куратор мне подсказывал, как правильно ее выполнять, помогал мне всячески. Сейчас я надеюсь, что жюри очень понравится моя работа, и мне она нравится. В холле участников встречают мастера прикладного искусства, они проводят мастер-классы. Тут сухого войлока создают картины и изящным взмахом кисти разрисовывают миниатюры. Сам конкурс проходит 9-й раз, он ежегодный. Каждый раз сюда слетается вся творческая интеллигенция города, от начинающих художников до мэтров этого дела. «Just Talking 2018. В нем участвовали все практически наши кустанайские художники, которые сегодня живут в нашей области, в различных районах и городах. Это Кустанай, Рудный, Лисаковск. Такие районы приняли участие, как Мендыгора, Денисовский район, Кустанайский район и многие другие. Награждение прошло в номинациях «Живопись», «Графика», «Скульптура», «Декоративно-прикладное творчество». Участники за свой талант получили дипломы и ценные призы. Айнура Байгужина, Мурзабек Джуманов, телеканал «Костанай».